sümboliks on üks sellest keskajast jäänud linnuse tornidest, värava torn. И символом Поркани сейчас является единственная оставшаяся от средневекового средневекового замка башня Поркани. В спальне баронессы. Первый, кто в Анске приехал жить, это барон Херст Фредрик фон Мольке. Регистрация была тогда в Алтскинском церкви, и потом пришли 11 дней, здесь праздновали тогда свадьбу. 11 дней. С радостью великою.
милостью богатою. Сальном высоким, с корнем глубоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Лето, лето красное, на чем пришла прила, на сошечке, на бароночке. Лето, лето красное, найди место с радостью великою, с милостью богатою. Все люди русские были православными, но когда к церковной власти в России в 1652 году пришел патриарх Никон, он начал проводить церковные реформы, и произошел раскол православия. Кто был согласен с реформами, это теперь ортодоксы, никоняне или православные. Кто был против реформ, это староверы. Благотворящим благо сотвори, братьями всем сродникам нашим ежеединившимся, даруемся яже ко спасению прошения и живот вечный. Я специально... Я чувствую, что я туда улечу. Хватит, хватит.